27 июля в Москве криптобазар проведет при ICO. Планируется участие 500 инвесторов, проектов и топовых участников рынка в области блокчейн и криптовалют. Мероприятие посетят представители Государственной Думы, бизнеса, известные аналитики, экономисты и представители шоу-бизнеса, среди которых Александр Шульгин, композитор, визионер и инвестор в технологии будущего, Bitfury, Lending Club, Dot Blockchain и другие. Элина Сидоренко, руководитель рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты в Госдуме РФ, Максим Ярмилов из Газпромбанк Digital и другие ключевые фигуры крипторынка выступят в качестве экспертов. Также программа криптосейла включает в себя знакомительные презентации лучших проектов самых успешных выпускников акселератора. Криптобазар – детище успешной бизнес-платформы «Инвестбазар», которая за несколько лет провела сотни сделок на сумму более 1 миллиарда рублей в 40 странах. Регистрация и детали по ссылке под видео.